со мной голкипер «Факела» Александр Кобзев. Александр, мы вас поздравляем с сегодняшним дебютом в ФНЛ. До этого вы только в Кубке стояли. Не было ли волнения, потому что такой вот боевой игровой практики не было давненько? Спасибо за поздравление. Волнение было, естественно, как перед всеми играми. Выходишь на поле, забываешь все. Все. Хорошо, играли, в принципе, заслужили очко свое. Жаль, не получилось выиграть, но ничего страшного. Ну, эти 0-0 можно считать удачей для «Факела»? Или нет? У нас задача выиграть была. Поэтому, можно сказать, мы потеряли 2 очка. Хорошо. В чем не хватило «Факелу»? Потому что были моменты, мы видели, просто вот не забили. Не знаю, мастерства, может быть, немножко. Поле немножко подвело. Вот так моменты были, надо было реализовывать просто. Прямо сказать. Защита сегодня вас хорошо защищала? Штанга там была, мы видели. Это фортуна. А защита хорошо, помогали. Конечно, все отлично, все здорово.